Друзья, всем привет, с вами Планин Александр и канал «Мёрз не уйдёшь». Заезжал я в Марино на луговой проезд в магазинчик рыболов. Что увидел для себя нового? Увидел форелевые приманки, зимние, стики. Никогда я не ловил на такой вид приманок по зиме. Если у кого-то есть практика, поделитесь. Для себя я слабо представляю, что может выдавать плоская приманка при вертикальной подаче. Но на парочку на пробу я себе приобрел. Расцветок много, расцветки интересные, есть цветонакопительные, есть яркие. Вот единственное, что там с черной подложкой, по-моему, я их не увидел. Правда, черная подложка — это не проблема. Черный маркер, и у нас появляется эта самая черная подложка. По резине. Очень небольшой выбор. Резина Trout Rebel. Эту резину я успешно ловил в прошлый сезон по открытой воде. Расцветок масса. Вот, объем есть в магазине, так что если для кого-то представляет интерес, заезжайте. Есть неплохой ассортимент няшек. Ребята оповещали о поступлении на своей страничке ВК. Приманка классная, но я ей пользуюсь по самому минимуму. Траутзон. Траутзона совсем мало, но он, по-моему, сейчас, вот как по мне, так теряет свою актуальность. Очень много производителей сейчас выпускает очень достойную резину. Единственное, что у няшек очень есть интересная приманка — это горох. Аналогов, которые я у других производителей не видел. Это то, что касается форели. Но вот по окуневому ассортименту я бы, конечно, хотел увидеть больше. Есть пара моделей, которые будут работать очень, ну как по мне, очень успешно. Но, к сожалению, я не увидел блесен от наших мастеров. Но опять же, магазин ориентируется на востребованность товара. Вот, если хорошие авторские блесны в данном месте не востребованы, магазин их возить не будет. Но в ассортименте присутствует капля. Присутствуют блесны, похожие на Васильича от Олега Корнева. Но это вот, наверное, все, на что бы я обратил внимание. Да, от вас поступало предложение по созданию видео по ловле на зимнюю блесну. Вот обговаривал я с Игорем Самоваром выезды сейчас, и с Алексеем Бенишем мы должны выехать на несколько водоемов. Это все в перспективе. Сейчас, пока лед еще не везде хорошо встал, выезды, скорее всего, будут где-то через неделю, дня через 10. Начнутся. Но в ближайшее время я еще сделаю выезд на форель. Попробую эти новые приманочки, вот эти стики для ловли форели со льда. На сегодня у меня все. С вами был Александр и канал «Ёрш не уйдешь». Всем пока.